Друзья, всем привет! На улице весна, все начало таять, погодка шепчет, а это значит, что уже можно поработать в моей летней мастерской. Ну и сегодня я хочу снять коротенькое видео про одну интересную самоделку. Где-то больше года назад купил я себе вот такую вот дешевенькую ножиточечку для рыбалки, для походов, ну, в общем, для природы. В принципе, вещь довольно-таки такая интересная, много раз выручала. Но сегодня я решил немного доработать. А именно хочу сделать, чтобы она мне служила не только на природе, но еще пригождалась дома. Думаю, уже кое-кто догадался, что я хочу с ней сделать. Смотрим, что там внутри. Ну, внутри у нас вот такая вот цельная деталька, вторая, и в середине вставочки и наждачный камень. Ну и чтобы всю эту конструкцию мне доработать, понадобится длинный саморез, должен он выступать примерно на 1,5-2 сантиметра, и крестовая отвертка. Саморез теперь вкручиваем шляпкой, чтобы он заходил вот на эту крышечку. Вкрутили и хорошо-хорошо подтягиваем. Вот что получилось. Ну и теперь давайте проверим готовую конструкцию в работе. Берем дрель, зажимаем патрон. Дрель должна крутиться от себя. Берем какой-нибудь старый тупой нож и пробуем заточить. Ну, вот такой вот спуск получился, можно проверить на бумаге. Как вы видите, режет отлично. Ну а чтобы дальше возить эту ножиточку с собой куда-нибудь на рыбалку, достаточно сюда сделать какую-нибудь ручку. Я вот просто накручу, допустим, винную кнопку, но также можно взять деревяшечку, просверлить в ней тонкое отверстие и закручивать, у вас будет ручка. То есть в таком виде уже и удобнее будет точить, и вы уже точно не понравились. Ну а на этом, друзья, у меня все. Надеюсь, что кому-то это видео было полезным. Всем, кто досмотрел до конца, спасибо за просмотр. Всем пока и до новых интересных видео.